Господи, как это тупо снимать одни обзоры фильмов. Доброго времени суток, дорогие друзья, и не прошло 2 недели, как снова я здесь на своем канале. Ну а так как за окном уже 8 декабря, и огромная волна новогодних видео просто заполонила весь YouTube, то я не собираюсь стать исключением, поэтому я не придумала ничего лучше, как начать и открыть этот сезон новогодних видео с обзора фильмов. Ибо когда ты приходишь уставший с учебы, работы и еще чего-то, то все, что тебе хочется, это закинуть все дела на потом, сесть и отдохнуть. Поэтому сегодня будет подборка 4 крутейших, уютных новогодних или рождественских фильмов. И я честно постараюсь выложить больше, чем 2 видео в месяц в этот новогодне-рождественский подготовительный период. Я очень обещаю постараться это сделать. Ну а перед началом не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Да, это уже всем надоело, но ты реально можешь оказаться не подписанным на мой канал, пропустить обновление, и это будет плохо. Также не забывай ставить палец вверх под этим видео и пиши в комментах, хочешь ли ты новогодний конкурс и какой-нибудь крутой рождественский или новогодний фильм. Ну, а мы начинаем. Ты, Джаспер, что между вами происходит? Я влюблена по уши. Дамы и господа, позвольте вам представить только что помолвленного Джаспера. Я ненавижу свою кошмарную жизнь. Поговорим на чистоту. Ты спал с ней? Да, спал. Ты счастлива? Ты спросил, счастлива ли я? Да ты... Аманда Вудс – преуспевающий продюсер. Айри Симпкинс – журналистка, что ведет свадебную колонку. 2 разбитых сердца, 2 женщины в депрессии неожиданно решаются на отпуск по обмену. И главное, чтобы не было мужчин. Они находят друг друга в интернете и меняются домами. Так Аманда едет в небольшой городок в английской провинции, а Айрис – в шикарный особняк в Калифорнии. И именно в этом отпуске героини начинают новую жизнь, полную приятных сюрпризов. Фильм просто шикарен. Если кто-нибудь спрашивает у меня, какой фильм ассоциируется у меня с уютом, я вам назову именно «Отпуск по обмену». И я вам так по-доброму завидую, что вы еще не смотрели этот прекрасное кино. В общем, замечательный фильм, рекомендую к просмотру. Фабрика приносит убытки. Кто этим займется? Я сделаю. Джоан, Люси летит на уикенд в Миннесоту. В Миннесоту? А это что такое? Это называется снег, дорогая. Не так уж все страшно. Матерь Божья! Главная героиня фильма – карьеристка Люси Хилл, которая работает в солнечном и жарком городе Майами. Отправляется по долгу службы в командировку, чтобы решить проблемы одной из фабрик компании. В самый холодный штат зимой – Миннесоту. Она отправляется в небольшой городок Новый Ульм. Там ей предстоит оценить работу фабрики и сократить штат сотрудников вдвое, которые после такой новости не собираются устраивать гостей теплый прием. Привыкшая к теплу и комфорту, Люси даже не подозревала, какие приключения ее ждут в этом городе. Фильм очень веселый, но при этом уютный и теплый. Очень вам его рекомендую. Нет, 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 нет! Вам влетит. О, черт! Здравствуйте, мисс Тейт. В эти выходные вам придется поработать. Нет, хорошо, но у моей бабушки 90-летие. Но ничего, я отменю ее день рождения. Ваша семья? Да. Просят уволиться? Каждый божий день. Офис Маргарет Тейт. Маргарет только получила повышение по работе, как тут иммиграционная служба напомнила о себе и о том, что ее скоро депортируют в Канаду. Она готова на все, даже на фиктивный брак со своим ассистентом, которого она ставит перед выбором. Либо брак, либо увольнение. Но наличие законного брака еще не показатель стабильности. Парочке предстоит убедить властей, и не только, что их отношения настоящие и искренние. Фильм очень веселый, задорный, смешной, и при этом у меня он ассоциируется с новогодним уютом. $45 за елку и без доставки? Нужно было заказать блюдо за $10, чтобы они привезли ее сами. Зря я не взяла голубую ель. Они легче. О,
Люси! Главная героиня Люси – молодая и очень одинокая женщина, которая работает целыми днями напролет диспетчером электрички. Личная жизнь Люси на нуле, и дома ее ждет только кот. Каждое утро она видит красивого мужчину, в которого по уши влюбляется, но никак не решается с ним заговорить. Но однажды, в канун Рождества, этот мужчина попадает под поезд, и она спасает ему жизнь. Питер попадает в больницу и впадает в кому. Однако по нелепому недоразумению родственники Питера принимают Люси за его невесту и радушно впускают в свою жизнь. Они приглашают ее на Рождество в кругу семьи. В доме семейства судьба сводит Люси с братом этого красавчика Джеком, к которому она привязывается и начинает испытывать романтические чувства. Фильм замечательный, теплый, уютный, красивый фильм о любви. Мне он очень нравится, и я вам очень его советую. Ну, а на этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что не забывай ставить палец вверх, подписываться на мой канал. Также не забывай подписываться на мой инстаграм, кликай на предыдущее видео, а также на прошлогодний плейлист с новогодними видео. Мне кажется, некоторые тебе понравятся. Ну, а на этом было все. Увидимся с вами совсем скоро. Сияйте! Пока!